Спасибо всем, что пришли. Небольшой такой экскурс. Человек из города Орла звонит и говорит: хочу сыграть вам на укулеле, замечательной гавайской гитаре, причем играю на ней русский рок. Я говорю: извините, у нас то мест нет, то мероприятие переносится, то мы не нуждаемся в его услугах. Это тут укулеле, что ли, совсем? Вот. И, в общем, такой разговор происходил несколько месяцев, и потом в итоге, скажем так, все-таки мы объединились, договорились. И вот из города героя Орла этот человек к нам приехал, чтобы сыграть на укулеле замечательный русский рок, что-то из своего, что-то из каверов. Приехал, чтобы показать вам свою программу, которая так и называется «Вы укулеле без меня». Константин Бирн, наша звезда, наш резидент, специально сегодня из города Орла, здесь, на нашей сцене. Вы еще как себя чувствуете? Нормально? Не укулеле еще? Всех рад приветствовать на фестивале «Пассионариум», который уже проходит не один день, не одну неделю, не один месяц. В общем, всем привет! Всем привет! Послушав всех, я думаю, что же исполнить, свое, не свое, русский рок, не русский рок. Я подумал, а почему бы не исполнить и свое? И как раз время уже подходит, сегодня сколько? Уже 10 часов практически, товарищи. «Ночной город» я хочу исполнить песенку. Песня исполняется сегодня этой 18 лет уже. И вот я ее спустя сколько-то лет исполняю. Ну что ж, всем привет. Константин Бир на сцене. Ночной город,
Как-то так мы начали этот вечер. И продолжим. Следующая песня, поскольку здесь много поэтов, внезапно нарисовалась песня, которую я никогда не исполнял, поскольку не было смысла ее исполнять, а теперь вроде может как-то ее кто-то да и поймет. Называется она «В квартире поэта». Следующая песня. Всем спасибо за вашу поддержку. Кто-то до света лишь не для блюза. Исполню свою. Называется «Я бегу», и я сейчас со сцены убегу. В общем, как-то так. Спасибо всем еще раз. Всем спасибо только для вас.
звезды не угнать. Салам за мной, за моей мечтой. Я иду туда, где светят звезды не угнать. Салам за мной, за моей мечтой. Всем спасибо!